Всем огромный привет! Я сегодня хочу поделиться с вами своим очередным заказом от компании Faberlic. У меня здесь таки все по минимуму, но самое необходимое, поэтому думаю, что вам, возможно, будет полезен этот обзор, это видео. Я увидела, что появилась у Faberlic вот такая новиночка. Это универсальная губка нового поколения, сверхпрочная, долговечная, мгновенно впитывает до 300 мл воды. Сразу скажу артикул 119.42. И, кстати, слышала очень много хвалебных отзывов других девчонок, поэтому решила я попробовать также у себя. Рекомендуется для ухода за стеклянными, зеркальными, пластиковыми, никелированными, хромированными поверхностями, также для кафельной и керамической плитки, сантехники, с фаянса, акрила, нержавеющей стали. Также она способна очищать замшу от пыли, собирает пыль, шерсть от животных, волосы, пух с ковров. И также ее можно использовать даже для уборки в салоне автомобиля. Короче, супер, просто универсальная какая действительная губка. Я буду ей пробовать, пользоваться, убираться, потому что я очень люблю, когда у меня сантехника вся блестит. Я каждый день стараюсь делать такую легкую уборку в ванной, то есть, чтобы кранчики у меня все блестели. Я не люблю, когда на кранах остаются вот этот мыльные растворы, капли от воды. Это все быстро засыхает, накапливается, и потом это тяжело довольно-таки отмыть. Поэтому мне проще просто протереть после использования. Допустим, сходили в душ или умылись, все это тряпочкой протерли, все сухо, блестит и красиво. И не надо потом долгое время тратить на то, чтобы делать какую-то более сложную уборку. Тем более, если эта губка прекрасно будет впитывать всю влагу, то я думаю, даже кафель протереть, то, что вы все тоже знаете, после того, как воспользуешься душем, и все это потом на кафеле остается, вот эти пятнышки от воды, все подсыхает, и тоже со временем это все надо вымывать. Если использовать каждый день вот такую губку, я думаю, что она мне просто для ежедневной уборки будет супер помощницей. Если вы ее уже пробовали в деле, обязательно пишите свое мнение, я с удовольствием почитаю. Также я взяла уже не в первый раз, но конкретно эту серию я беру в первый раз. Но вообще эти водные спреи, освежители воздуха, уже не в первый раз беру. Уже кто смотрит мои видео постоянно, уже все знают, что они постоянно в моих заказах. Когда заканчиваются, я начинаю снова обновлять. Это потрясающий спрей, который не вредный, на водной основе. Можно использовать и в помещениях с детьми, не бояться, что там будет какая-то химия присутствовать. Очень удобный клапан здесь, защита такая от детей, который закрывается, открывается. Удобный распылитель, мелко так распыляет, очень хорошо. И этот спрей мне нравится тем, что он потрясающий, просто действительно 100% поглощает и устраняет неприятные запахи. Я его могу использовать не только в туалете, как это предназначено, да, освежитель воздуха. Если, допустим, я что-то готовлю на кухне, ну, такое как рыба или мясо в каких-то специях, я могу спокойно воспользоваться этим спреем, где-то пройтись по коридору, и он прекрасно поглощает все эти ароматы. В комнате остается хороший, приятный аромат. У меня это цветочный букет, артикул у него 113.28. Конкретно этот аромат для меня немного сладковатый. Я, наверное, в следующий раз возьму более свежее что-то. Он, конечно, такой не сильно приторный, но цветочный аромат, то есть он, да, имеет такую сладость. Как-то быстро приедается этот аромат, поэтому в следующий раз я, наверное, возьму более какой-то свежий, либо морской запах. Но если вы любите цветочные ароматы, то 100% могу вам советовать. И действительно, эти спреи заслуживают своего внимания, не обходите стороной, если вы еще действительно его никогда не пробовали. Взяла также в первый раз вот такой вот крем-мыло для рук. Увлажняющее, нежное прикосновение. У меня с кокосовым молочком и молочными протеинами. Артикул 86.38. Конечно, мне нравится то, что здесь есть уже дозатор. Его не нужно будет никуда переливать. Удобно сразу можно поставить в ванну и пользоваться. И, конечно, аромат кокоса у него божественный. Это прям, знаете, такое райское кокосовое наслаждение. Потрясающий аромат. Я не пробовала еще в деле его. Будем со временем им пользоваться, я вам потом скажу, как он в использовании, то есть сушит руки, не сушит, хорошо очищает, нехорошо, то есть я им буду пользоваться, потом, скорее всего, либо в пустых баночках, либо во влогах я вам обязательно расскажу. Если, опять-таки, были у вас такие уже бутылечки с этим мылом, то обязательно пишите в комментариях. Для своих мальчишек я взяла тоже впервые вот такой вот шампунь и гель для душа 2 в 1. Это у нас артикул 23.55. Будем пробовать.
мылится, как посмотрим, он тоже в процессе уже. Он, кстати, очень приятно пахнет дыней. Такой ненавязчивый довольно-таки запах, поэтому будем пробовать. И также мне тогда кто-то писал из девочек, что зубную пасту нужно периодически менять. Я, как всегда, вы знаете, беру в фикс прайс пасту Сплат. Вот, но решила поменять, и от Faberlic тоже взяли зубную пасту груши, это 6+, это для старшего сына я взяла. Артикул у нее 23,59. Давайте понюхаю, что ли. Она, кстати, идет зафольгированная, что мне тоже очень нравится. Сейчас понюхаем, как она пахнет. Ой, она приятно пахнет. Причем, кстати, у нее такой зеленый цвет. Неудачно открыла. Смотрите. Видите? Такой зелененький приятный цвет. Она, кстати, гелевая. Да, приятно очень пахнет. Я думаю, что, наверное, Максиму понравится. Будем тоже пробовать, посмотрим, как эта паста будет в действии. Потому что что-то Сплат уже, да, поднадоело. Что я еще взяла в ванную комнату, что я очень давно хотела и наконец-то я заказала. Это набор для ванной комнаты у меня в голубом цвете. Артикул у этого набора 113,68. Он состоит из трех предметов: стаканчик, мыльница и дозатор. Конечно, в пункте выдачи я все проверила, чтобы ничего не было побитого. И каждый предмет вот в пупырчатом пакете идет, тоже чтобы не побилось при транспортировке. Голубой цвет взяла, потому что у нас серо-белая ванна, и из всех наборов, которые там представлены, мне кажется, голубой нам подойдет больше всего. Мне очень нравится вот этот дизайн в виде сот, прям безумно нравится. И сзади вот такой вот «Дом Faberlic» надпись. То есть это для кускового мыла мыльница. Дальше у нас идет тоже в пупырчатом пакете дозатор. Дозатор, кстати, довольно-таки такой большой. Он тоже в виде сот сделан. И хромированный такой вот дозатор. То есть откручиваете, заливаете сюда жидкое мыло и пользуетесь. Мне нравится, когда все в одном стиле. Также дозатор очень удобный. В общем, будем с удовольствием пользоваться. Скоро буду обновлять, так скажем, свою ванну. И вот такой вот стаканчик под зубные щетки, кто под расчески, то что хотите, тоже в пупырчатом пакете. И вот он стаканчик. Все в одном дизайне, также Дом Faberlic. И вот такой вот стаканчик. Очень красиво, мне безумно нравятся эти наборы. Можно выбрать для своего дизайна ванной. То есть там есть салатовые, розовые и голубые. Мне вот понравились вот эти голубые. И я, конечно, в восторге. Так что с удовольствием теперь можно обновить ванну, пойти. И мне кажется, это будет просто здорово смотреться. И последнее, что я заказала для мужа, уже, кстати, не в первый раз, это футболка. Это футболка, девочки, они потрясающего качества. Предыдущая, темно-синяя, которую я заказывала уже, наверное, около полугода назад, муж носит с удовольствием, уже не одна стирка была, и она не полиняла, никак не окрасилась, то есть цвет ровный, качество безупречное, это хлопок 100%, она безумно плотная, в ней, причем, кстати, даже сейчас в такую жаркую у нас погоду, не жарко, муж с удовольствием ходит. Это такая же футболка, как и та, только в другом цвете. Размер 52 мы берем. Мужу отлично. Размерная сетка идеально подходит, то есть я смотрела тоже все футболки и вообще все размеры, да, если смотрю по одежде, то как раз-таки по размерной сетке, которая представлена на сайте. Все шикарно подходит, идеально. Я хотела взять в сером такой меланж, по-моему, цвет называется, но, к сожалению, этого размера в наличии не было. Видимо, пользуется большой популярностью, поэтому взяла голубую. Но сейчас на лето очень хорошо ему подходит, оттеняет его голубой цвет глаз. Так что, девочки, если вы вдруг в раздумье брать вашим мужьям, сыновьям футболки у Faberlic, обязательно. Даже не раздумывайте, действительно берите, очень хорошее качество. Если будут еще вот и серенькое в наличии, я обязательно даже серую ему еще закажу, потому что, ну, качество просто безупречное. Она не растягивается, она не деформируется при стирке, знаете, более
ну так скажем, дешевая, да, плохого качества футболки, всегда перекос начинается после стирки. Это ни в какую сторону не перекосилось и отлично носится. Так что вам обязательно рекомендую покупки, если вы вдруг в раздумье. Вот такой вот мой заказ был на сегодня. Если вы уже что-то пробовали из того, что я вам показала в этом видео, обязательно пишите свои комментарии, свои отзывы и свои впечатления. Я вас всегда жду в комментариях для обратной связи. Мне очень приятно с вами общаться. Я буду рада, если действительно это видео вам понравилось. И жду вас уже в следующих видео совсем скоро. Надолго не прощаюсь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.